Можно? Так. Работаем? Да. А, только на меня смотрите. Ну вот 90-е годы, вот чтобы так вот двух слова сказать, какие эти были годы для там для адвокатов, для других людей, кого скажем. Вот такой маленький эпизод. Вот 96-й год. Я еду, так сказать, на Краснопресненскую набережную, недалеко от центра международной торговли, встречаться с своими клиентами. Ну, мои клиенты были, как считают правоохранительные органы, представители криминала, там лидеры одних группировок. Сидим, пьем кофе, так сказать, все. Выходим из центра международной торговли, много людей, там автомашины, все. Вот. И вдруг неожиданно, одеты в пальто, там дорогое, костюмы, галстуки, все. И вдруг неожиданно становится машина, и выскакивают бандиты, и у моих клиентов начинают стрелять из автомата. Мы, как по команде, одним в грязь буквально падаем, адвокат, то есть я, вот эти клиенты, падаем в грязь, и они стреляют. Потом, кстати, выяснилось, что это была Бауманская преступная группировка, один из них потом сбежал в Израиль, потом его выдали, по-моему, Шляпников фамилия была, он организовал. Вот. Шляпников, я знаю, кого говорить. И, значит, выстрел было 60 пуль найдено. Слава богу, никого не убили, ранили одного человека, но стресс вот такой мы пережили. И, естественно, там началась перестрелка, я выскочил в машину, схватился и быстро уехал. Теперь второй вопрос о криминальных авторитетах или о отцах криминальных, скажем, о криминальных, там, сказать, нет. Теперь другой вопрос о крестных отцах криминала, скажем так. Вы знаете, вот как... Кто бы человек ни был, какую бы он там вершину вот этой криминальной пирамиде не занимал, его совершенно никто не гарантировал, что он там, скажем, завтра, послезавтра будет убит в те 90-е годы в России. Потому что это было годы, когда никто ни с кем не считался. И главное, решался вопрос вот эта пуля или взрывным устройством. И даже в какой-то степени, даже сегодня многие, кто, скажем, в прошлом, какое-то имело отношение, они даже до сих пор за сегодняшнюю жизнь опасаются. Вот тот же, я знаю, Григорий Лейнер, который, я его знаю как Лейнер, который приехал в Израиль, ездил с охраной у вас в этой стране, в вашей стране, да? Вот. И для вас это был в какой-то мере удивительный шок, что как человек вот, какой-то непонятный, бизнесмен, не бизнесмен, вдруг с такой охраной есть, свиты. А у нас это образ жизни. Вот у меня сосед, ну не сосед, скажем, человек, который живет в моем коттеджном поселке, вот некий такой Сергей Михайлов, известный по Михайсе, который правоохранительные органы, скажем, относят к лидерам Солнской группировки. Так вот, из коттеджного поселка, где живут, скажем, банкиры, депутаты, достаточно престижный коттеджный поселок, он выезжает с охраной, перегораживается вся эта улица, частное охранное предприятие его охраняет, официально с лицензией, все перегораживают, и, значит, он едет дальше. Хотя, вроде бы, те времена прошли, и, как бы, казалось бы, ему нечего беспокоиться о своей безопасности. Но, тем не менее, это для него актуально. Дальний бизнес. Ну, вы знаете, вам могу сказать так, что я написал книгу «Солнская братва» в России. Я изучал материалы, и когда сидел Сергей Михайлович в Жнецкой тюрьме, то я общался, скажем, с его подвижниками близко, и они мне какую-то информацию давали. Вот. Кто он был и кем он сейчас является, и сейчас он является, вот называют его авторитетным предпринимателем, то есть он чистый бизнес. Ему не надо сейчас заниматься никаким криминалом, потому что у них как бы все хорошо. Вот ему надо сейчас, он занимается, в общем-то, предпринимательской деятельностью. Он пытался заниматься политикой, но ему сказали, как и там Анатолию Быкову из Красноярского, значит, региона, ему сказали нет, то есть лучше не заниматься. И он после этого, говорит, не стал заниматься предпринимателем. Кем он раньше был? Ну, ходила такая как бы легенда, миф, там, Солнская группировка. В какой-то мере это бренд был в 90-х годах. Он был что-то, может быть, как-то раздут, потому что, наверное, вот по криминальным, так сказать, там, подвигам там, или сюжетам, ну, солнцевские не так засветились, скажем, как представители, скажем, Ореховской группировки, тоже курганских, бывших моих подопечных. Вот, или каких-то подмосковных группировок там меньше обходили. То есть люди, которые, скажем, которых правоохранительные органы относили к солнцевским, я с ними общался, многие знаю, они всегда стояли, старались как-то не углубляться вот в эти криминальные конфликты и старались как-то вот обойти криминальные, ну, может быть, в силу какой-то определенной безопасности. Но тем не менее их людей убивали. А убивали всех, убивали всех. И поэтому, да, убивали, убивали, конечно, убивали. Многие погибли с собственной смертью, многие были убиты.
Вот, ну вот время такое было, убивали многих, понимаете. То есть по пяти убийств в день у нас был 95-й год, я уже говорил об этом. А вот если, вот вы говорили о том, что некоторая часть ваших клиентов из тех лет сегодня проживает в Израиле, да? Да. Человек 10 проживает. Ну, я думаю, что, конечно, никто из них криминалом не занимается. Вообще все, кто проживает за границей, ну, кто-то звонит иногда, с кем-то встречаюсь. Вот, они всегда говорят, причем какие бы даже ни были крутые вот, в плане криминального мира, те же Ореховские, которые там в Испании, в Греции жили, вот, они всегда говорят, вот мы живем, вот как, знаете, есть такая пословица, где живешь, не плюй в колодец. Вот они говорят, мы никогда не светимся в этом плане. Хотя, конечно, безусловно, когда люди приезжают в чужую страну, каким-то образом там остаются, то жители этой другой страны, там, опять же, там Израиль, пусть это будет Испания, или Италия, или Греция, они очень настораживают, как вдруг появляются вдруг бронированные машины, охрана, видеонаблюдение, всевозможные датчики предупреждения появления. Для, скажем, вашей страны, я думаю, это совершенно, говорится, непонятно. А для нас это нормальный образ жизни. И поэтому, когда, скажем, те же Ореховские жили в Испании и ездили на бронированном, я не помню, Мерседесе, по-моему, у них был, или Хаммер, в Испании, где ездят на кабриолетах, где открытый теплый климат, как, скажем, в Израиле, то, конечно, удивлены были многие жители той страны. То есть Израиль вот для этих людей, например, ну если мы берем вот, да, он как курорт. Понимаете, в 90-е годы, в середине 90-х годов многие посчитали, что лучше находиться далеко от России, где убивают каждый день, где тебя не спрашивают, какую ты должность имеешь в криминальном мире, там авторитет или вор в законе, или вообще там чуть ли не крестный отец. Никто не спрашивает, потому что тебе может в подъезде киллер ждать, или взрывное устройство может быть положено под дно твоей машины. Да где угодно. А бывали случаи отравления, дружеский ужин, потом раз, человек неожиданно умирает. Ноу-хау. Поэтому для многих посчитали, что лучше безопаснее жить в более безопасных странах. Правда, у меня возникает вопрос, мне ребята звонят, которые из Израиля, говорят, вот там, ну, какие-то вопросы, я говорю, ну, а как же безопасность, там же у вас арабы, теракты, все. Они говорят, ну, как-то вот так вот, ну, лучше так вот, мы быстро проезжаем там, быстро пробегаем там кварталы какие-то, все, вот так они говорят, мимо. Вот мне один сказал, что, например, какая-то есть трасса, которые обстреливаются террористами арабскими. Говорит, мы по этой трассе, говорит, быстро-быстро проезжаем. Есть такое, да. Mm-hmm. Вот вы говорите о том, что есть структура, да, вот криминальный авторитет, вор в законе, еще назвали вот, крестный отец, что прямо над вором в законе есть кто-то еще? Нет, есть так называемая криминальная тусовка. Группа лиц, объединяющих по определенным, скажем, там, интересам там, или по то, что они знакомы, или бизнес какие-то у них общие интересы, они вот определяются в определенную в эту самую криминальную тусовку. Ну, не криминальную тусовку, а просто тусовку, скажем, из лиц, которые относятся к криминальному миру. Вот так. И они вот между собой там решают какие-то вопросы. Но это не значит, что все подчиняются кому-либо. Вот времена... опять же, того, кого относили к криминальному, к крестному отцу криминального мира, это вот того же там Сильвестра, я говорил, или Атари Квантирешвили, вот, к нему люди приходили, и я иногда этих людей, бизнесменов, сопровождал, с просьбами, чтобы тот помог ему освободиться от какого-то беспредельного там авторитета. И Атари, он как-то начинает, говорит, ну, конечно, я позвоню, я поговорю с ним, но на самом деле он не мог ему никак ничего приказать, он ему не подчинялся, этот человек. Да, у него был определенный авторитет, да, его многие уважали, пол Москвы с ним считался, его уважали, но приказать он никому не мог. Вот это, говорится, нюанс такой криминального мира. Но, если существует какая-то определенная криминальная группировка, бригада там или структура, то здесь все построено на жесткой дисциплине. На жесткой дисциплине. У некоторых группировок были свои кураторы от воров в законе. Вот, они как бы там руководили ими, там, ну не руководили, а какие-то решали арбитражные споры, ну не арбитражные, а вот такие... мировые споры, мирили их там, помогали там с местами лишения свободы. А так руководства к такового нет, конечно. А своих представителей криминал посылает в Думу? Ну, было и такое. Было и такое. Посылали.
То есть свои какие-то есть определенные интересы у этих людей. Но опять же, это интересы связаны с бизнесом и связи. Связи, потому что, ну, не секрет же, многие депутаты жили на том, что писали письмо Генеральному прокуратуру там, или министру МВД с просьбой там, об улучшении там, какого-то положения какого-то человека, который попал, естественно, в криминальный передел там, или по которому возбуждено уголовное дело. Естественно, такие письма, они не бесплатны. Поэтому для многих этих депутатов это был хороший бизнес. Хотя на самом деле они ничего толкового эти письма не решали. Вот оснащенность криминального мира, криминальной группировки, они могут себе позволить все? Да, у кого есть деньги, там серьезная структура, и там в какой-то мере тоже есть свои отделы, ну, вплоть до того, что человек, скажем, который занимается хозяйственной деятельностью, то есть снабжает телефонами, машинами, там, снимает квартиры для боевиков, там. Там сложная система, киллеры, разведка, контрразведка, отдел кадров есть. Тоже СУВО. Да, отдел кадров проверяет все там. Ну вот разведка, чем она занимается в криминальном мире? Так вам все и расскажи. Как раз занимается разведка. Не, ну она занимается разведкой против другой группировки или она занимается разведкой против всех и вся? Ну, это смотря какие задачи кто перед собой ставит. Если, скажем, ставить обслуживание бизнеса или завоевывание, скажем, какого-то бизнеса, то вот эти люди занимаются именно поиском тех интересных мест в коммерческом плане, которые потом можно как-то захватить там или к себе прибрать к рукам. Контрразведка занимается тем, чтобы люди, которые входят в эту структуру, боевики, бригадиры, приближенные коммерсанты не были, не стучали в органы, там, скажем, или не работали на другую группировку. Потому что такие тоже были случаи, когда похищали, скажем, одного бойца с одной группировки, другая группировка, враждебная, и заставляла его потом им давать информацию там, о передвижении лидеров там, или о каких-то структурах своих и так далее. Такие случаи тоже многие были. Поэтому там у них каждый весь есть. Финансисты есть, оружейники. По техническим средствам связи, техническим там обеспечения, да там много всего.